Дорогие друзья, что жарко? Согласна, жарко. Ну и чтобы как-то поднять вам настроение, расскажу вам анекдот. В одной организации шли по коридору бухгалтер, кадровик и директор. И вдруг видят, на полу лежит лампа. Подняли они эту лампу, потерли ее немножечко, и оттуда вылез джин. И говорит: я исполню по одному вашему желанию, загадывайте. Кадровик говорит: я хочу оказаться на берегу Лазурного моря, загорать, лежать, там купаться. И в этот момент оказывается на берегу Лазурного моря. Бухгалтер говорит: а я хочу ехать на яхте, чтобы мои волосы развивались, чтобы я могла также купаться, наслаждаться вот прекрасным видом. И в этот момент она оказалась на яхте. Директор посмотрел на это все и говорит: а я хочу, чтобы эти двое оказались на своих рабочих местах. Так что притча о том, что как бы жарко не было и как бы не хотелось сейчас нам выполнять наши трудовые обязанности, если мы не в отпуске, если мы продолжаем работать, то значит нужно это делать. И я желаю вам сил, крепости, хорошего настроения, ну и плодотворной работы и успехов во всех ваших делах. С вами была Светлана Белякова. Всего вам доброго, до новых встреч!